Привет, меня зовут Даша, и сегодня у меня такое покупное видео. Мне пришла посылочка из интернет-магазина «Лабилинт». И улов на самом деле небольшой, всего две книги. Я же сейчас собираю книги Акунина, которых нет в моей частной библиотеке, хотя на самом деле таких очень мало осталось. И одна из таких книг – это «Акунин. Трагедия. Комедия». Акунин, как мы знаем, ну, если ты читаешь Акунина, пишет в разных жанрах, и как-то у него даже был проект жанра, то есть он писал книги в разных жанрах. Это детская книга, детектив, еще там что-то, и вот трагедия, комедия – это из той самой оперы, и она такая о двух лицах, то есть с этой стороны Шекспир изображен, я так думаю, видимо, трагедия. А с этой тоже Шекспир, комедия. Он тут улыбается. Не Шекспир. Судя по современной одежде, не Шекспир, но судя по черепу в руках, вроде на Гамлета такая. Ладно, посмотрим. И я знаю, одному блогеру очень понравится та книга, которую я сейчас покажу. «Любовные письма великих людей» она называется. Здесь такая девушка изображена, которая читает письмо. Обложка. Я рассказывала о книге «100 любовных историй», по-моему, называется, такого широкого формата. Схожая обложка, тоже ощущение, что она вот, ну, набита, я не знаю, какой-то тканью, потому что обложка мягкая на ощупь, очень приятно держать в руках. Здесь любовные письма, ну, то есть название само себя оправдывает. Любовные письма великих. То есть здесь процитированы письма людей, которые на слуху, например, Гюго, Бальзак, Бетховен, Державин, Эдгар По, Пушкин. То есть многие. И вот за что я люблю такие книги. Ее не назовешь широкоформатной, но что-то среднее между обычным видом книги и широкоформатной книгой. Вот что мне очень нравится, это иллюстрация. Бумага очень качественная, лалинованная. Надеюсь, я правильно сейчас сказала. Иллюстрации богатые, все очень красиво. Все очень приятно, вот просто подержать в руках, очень приятно. Так. Книга будет служить прекрасным украшением совершенно любой библиотеки, и она приятна не только взгляду, но и сердцу. Да. На этом вся моя посылка. Да, всего лишь две книги, зато какая особенная эта книга, довольна, мне не терпится до нее добраться. А я с тобой прощаюсь, желаю тебе побольше эмоций. Побольше романтики, побольше любви, побольше романтических писем. Пока.